Добрый вечер, уважаемые бизнес-партнеры. Хорошо ли вы меня слышите? Так, сейчас я попытаюсь вам включить звук, а то у нас звук. Вроде у вас звук включен. Если кто-то может... А, у нас включен чат. Вот, у нас сегодня другой формат, не конференция, а вебинар. Поэтому напишите мне, пожалуйста, хорошо ли меня слышно. Оксана написала, спасибо. Так, окей, хорошо, тогда я понимаю, что меня слышно, я могу продолжать. Большая просьба к вам, опускайте ваши ручки, которые у вас случайно там нажимаются, когда заходите на наш вебинар, поэтому, чтобы они не рисовали по презентации, следите, да. Все слышат, опускаем ручки. Угу. Супер. Ну что ж, друзья, я вас поздравляю. У нас сегодня особое событие. У нас стартует школа для новичков. Кто меня не знает, поскольку школа для новичков и не со всеми новичками знакома я, точно так же, как не все новички знают меня. Представлюсь, я являюсь тренером компании FM World по продукту FM Academy Ирина Иванчак. Кто со мной уже более тесно общался, задавал вопросы, тот наверняка и видел мои вебинары, тот наверняка немножко обо мне представляет. Сегодня у нас стартует школа новичка именно по продукту. Это очень важный и нужный инструмент для работы в компании, поскольку знакомство с ассортиментом, в котором очень много уже продуктов за годы нашей работы, это, наверное, самый первый этап начала работы в компании. У нас сегодня с вами первый урок. В дальнейшем у нас будет по 2 урока на месяц с периодом, с перерывом в неделю. Но в этом месяце у нас очень много разных событий намечается, в том числе презентация каталога, поэтому будет так, 2 подряд урока в школе для новичков. Первый урок у нас будет посвящен знакомству с ассортиментом FM World. Я постараюсь достаточно быстро, продуктивно, эффективно и легко подавать вам информацию. Если у вас будут вопросы, вы можете писать их в чат. Ну что ж, давайте будем знакомиться с нашим ассортиментом. Компания FM World на рынке с 2004 года, и за это время, конечно, существенно расширился наш ассортимент. Начали мы свой успешный международный бизнес с духов. Вскоре появлялись другие продукты, товары для дома, у кого они есть в ассортименте, декоративная косметика, уходовая косметика, кофе, чай и самый молодой сегмент – это диетические добавки. Сейчас в нашем ассортименте более 1500 продуктов, это достаточно приблизительное число, наверняка намного больше, и будет пополнение в ассортименте с появлением нового каталога, который мы все ждем. Но, как вы понимаете, на этом мы не останавливаемся, это только стартовая цифра, и всегда она будет возрастать. Я хочу сразу сказать одну важную вещь, что наша школа для новичков, она сразу проходит для нескольких стран. Для России, Украины, Молдовы, Литвы и Латвии. И, конечно, в разных странах есть разные ассортименты, и сегменты в ассортименте даже отличаются. Чего-то нет, к примеру, в России. Поэтому, если это будет актуально и важно, я буду на этом делать акцент, чтобы вы понимали, для кого это имеет значение. Ну, а у кого, например, никаких продуктов нет, тогда можем просто знакомиться с ассортиментом других стран, либо же пропускать эту информацию. Собственно, как выглядит наш ассортимент для стран Литва, Латвия, Украина, Молдова? Это 6 сегментов, духи, парфумы. Здесь разные коллекции, разные духи, мы с вами будем знакомиться уже с духами буквально через неделю более предметно. Это мейкап, декоративная косметика, аксессуары, это бьюти, уходовая косметика, сегмент хом, товары для чистоты и уюта в доме, сегмент ауриль, кофе и чай, и нутрикод, диетические добавки, комплексы для оздоровления организма. То есть таких 6 сегментов выделено вот именно в ассортименте этих стран.
В России двух сегментов нет, тем не менее духи, мейкап, бьюти и аури, именно кофе пока представлено двумя продуктами, крема Intense, растворимый кофе, о котором недавно мы рассказывали на вебинаре. Вот это то, что актуально для бизнес-партнеров в России. Давайте по каждому сегменту пройдем кратенько, познакомимся и сделаем себе такое представление о том, что есть в нашем ассортименте. Конечно, мы начнем с визитной карточки FM World с духов. Это самый главный сегмент в нашем ассортименте, с него мы начинали, его мы развиваем и стремимся дать вам самые красивые, самые шлейфы, самые дорогие ароматы в плане звучания. Что такое духи FM World? Это качественные составляющие. Очень важно понимать, что их разрабатывают, наши духи разрабатывают те же носы, что и духи известных брендов или известных домов мод. Широкий диапазон ароматов, у нас представлены все аромасемейства, которые на сегодня существуют, и древесные, и ориентальные, и цветочные, то есть абсолютно все семейства у нас представлены широким выбором. У нас есть наш ассортимент духов, делится на номерные ароматы и на нишевые духи. Миллилитраж тоже совершенно разный, от 15 до 100 миллилитров. Наиболее распространенный миллилитраж – это 50 миллилитров, это такой самый-самый обширный миллилитраж. Концентрация аромакомпозитива в наших духах достаточно высокая. Духи наши достаточно стойкие, это 20% аромакомпозитива. Но у нас также есть 16% духи, это парфюмированные воды. Их немного, но они есть в ассортименте. Особо стойкие духи в формате коллекции Intense, 24-30% аромакомпозитива есть для стран Литва, Латвия, Украина и Молдова. В России, ну, данной серии нет. Безупречная упаковка, качественные флаконы со стекла. Это не пластик, это не дешевое сырье, это достаточно качественно, красивое. Дизайн, красивые упаковки, и об этом хочется рассказывать, не стыдно абсолютно показывать, и когда ты видишь флакон духов, особенно наших нишевых, ты понимаешь, что то, что внутри, это не просто духи, это целая история, дорогая, красивая история. Недавно мы разработали такой помощник для вас в виде фолдера, я о нем буду говорить на следующем вебинаре, на следующем уроке школы для новичков. Здесь представлено несколько слов о наших номерных духах, о наших нишевых духах. И самое главное, вот эта часть, вторая половинка, где расписаны, какие аромасемейства и какие духи по этим аромасемействам вы можете себе подобрать. Но к нему мы еще вернемся. Идем дальше. Какие же коллекции в сегменте духи у нас имеются? Номерные ароматы представлены коллекциями Classic, Пур Рояль, Феромон и Интенция, и есть нишевая позиция, нишевые духи FM World, это серия Ютик. У России несколько, чуть-чуть другая история, более такой устойчивая и ретро-коллекция эксклюзивов остается, да, для всех остальных стран это лимитированная уже серия, раньше тоже они были на постоянной основе. И есть особые духи для бизнес-партнеров из России для особых случаев. Но мы сейчас в это углубляться не будем, дойдем до этого, поговорим более предметно. Несколько слов о нашей декоративной косметике. Поскольку мы понимаем, что каждая женщина хочет быть не просто модной, стильной, используя декоративную косметику, потому что рынок декоративной косметики, он очень, я бы сказала, даже перенасыщен, не просто большой, объемный, перенасыщенный. Но мы позволяем вам воплощать самые смелые свои фантазии, чувствовать, что ты примеряешь на себя образ не просто красивый, модный, стильный, но и роскошный. Мы постоянно мониторим потребности наших клиентов, постоянно мониторим рынок декоративной косметики и ищем те компоненты, те предложения, которые вы дали нам, самую лучшую декоративную косметику. Поэтому мы используем самые лучшие формулы, чтобы соответствовала цена-качество.
И в результате получаем не просто мейкап, не просто декоративную косметику, а декоративную косметику с большим плюсом. С плюсом забота о коже. То есть мы сохраняем молодость и никак не вредим нашей коже. Мы постоянно обновляем наш ассортимент декоративной косметики, и каждый новый каталог, презентация в этом сегменте приносит нам модные оттенки, текстуры, тенденции, мы совсем за всем этим следим. И, конечно, упаковки у нас тоже очень качественные, как и сами продукты. В сегменте мейкап у нас есть тоже разделение. Это люксовая косметика Алая, это наш особый бренд компании Фамборд. И коллекция мейкап представлена совершенно разными потребностями наших клиентов. Это и косметика для макияжа глаз, лица, для рук, маникюр, педикюр, и губы, и ресницы, все это здесь учтено. Уходовая косметика, следующий сегмент нашего ассортимента. Опять же, хочу подчеркнуть, что у нас нет такой тенденции, чтобы сохранять один и тот же ассортимент, потому что рынок постоянно меняется, потребности кожи тоже достаточно изысканно изощренные становятся в связи с изменением климата и другими условиями нашей жизни. Поэтому постоянно нужно менять формулы и делать какие-то изюминки. И мы, соответственно, изучаем рынок, постоянно внедряем, если не обновляем формулы, то мы внедряем новые продукты и даже целые серии для ухода за кожей. Потому что наша задача – дать вам эффективный профессиональный уход за кожей, позаботиться о ее состоянии, что самое главное, мы не просто даем вам крем или какое-то другое средство, а даем здоровье и молодость кожи, то, что важно, когда мы ищем себе, подбираем уходовую косметику. Поэтому наша уходовая косметика – это 100% эффекты. Все, что мы декларируем, оно все гарантированно будет именно так. Качественные компоненты, работающие формулы, в которые мы подбираем и натуральные составляющие, и инновационные, и компоненты, и инновационные технологии, иногда даже технологии, применяемые в создании текстур. Это тоже инновации. Конечно же, красивые ароматы. Вся наша косметика пахнет изысканно, красиво, дорого. Потому что, помните, визитная карточка компании Фамворд – это духи. Поэтому пахнуть по-другому не косметика, все другие наши продукты просто не могут. Они должны пахнуть роскошно. Наша косметика уходовая подходит разным возрастам, разным типам кожи. Это и ежедневный уход, и интенсивный уход. Косметика уходовая предназначена у нас для различных частей тела. Это и для тела, и для лица, и для волос, рук, ног. Это, к примеру, во многих странах, для многих бизнес-партнеров доступно даже некие средства с интимной гигиеной связанные. SPF-косметика, конечно же, есть в нашем ассортименте. Поэтому достаточно обширный ассортимент. Есть у нас в нашем ассортименте два сегмента, если так посмотреть тоже по сути, по ценовой политике, по маркетинговых критериям. Это любимцы, я их так назвала, потому что, ну, по правилам косметика делится на масс-маркет, middle-market, лакшери, профессиональная косметика и так далее. Наша косметика, она никак не может отнестись к масс-middle-market, потому что она действительно качественная и эффективна и в красивых упаковках. Это 100%. Поэтому я назвала то, что, возможно, компоненты встречаются во многих компаниях, к примеру, тоже алоэ, мед, это из давних времен используются компоненты. Почему мы не можем их использовать, если они не только нравятся нашим клиентам, но и, в принципе, очень эффективные компоненты? Поэтому у нас есть такие серии, как алоэ вера, Hello Honey, бета-глюкан, Федерико Махора в бренд включает еще серию Complete Care, ну и правильно называется серия Farm and Home, это парфюмированная косметика, которую мы добавляли как продолжение аромата уже вашего любимого из любимых серий духов. Тот же аромат добавляется к косметической продукции и продолжает ваш общий аромат.
И есть в нашем ассортименте эксклюзивная косметика, эксклюзивные бренды, сегмент лакшери, это профессиональная косметика, в том числе серия Hair Lab. Ну, насколько я знаю, она недоступна для бизнес-партнеров из России, и надеюсь, пока что. Серия Фонтанави и Ютик доступна для нас всех, это огромный плюс, потому что шикарнейшие серии, шикарнейшие текстуры, наши эксклюзивные бренды для компании Femboard разработаны и разработаны специально для нас формулы. Товары для чистоты уюта в доме. Этого сегмента, к сожалению, нет в ассортименте России. Для всех остальных стран это доступный сегмент. Очень важный сегмент в нашем ассортименте, ведь каждый из нас хочет в конце дня возвращаться в дом, который красиво пахнет, которым чистота, на чистоту не нужно тратить много времени, она много-много времени сохраняется. Это очень важно в современном темпе жизни нашем. Поэтому мы использовали эффективные, качественные продукты, которые поддерживают чистоту в доме. Если постоянно пользоваться этими продуктами, благодаря формулам, благодаря некоторым инновациям, эта чистота действительно сохраняется намного дольше, если бы мы пользовались другими продуктами, и это факт, это доказанный факт. У нас безфосфатные продукты, и, соответственно, они безопасны для природы, эти формулы не содержат фосфатов. С другой стороны, эти формулы безопасны для человека, потому что мы используем щадящие компоненты, которые при правильном использовании, помните, это самая главная безопасность наша, никоим образом нам не вредят. Цена соответствует качеству, я думаю, что те, кто пользуется продукцией Femboard, они подтвердят вам это, и действительно, ты понимаешь, что можно, конечно, купить более дешевые продукты где-то в супермаркете, но количество этих более дешевых продуктов будет значительно превышать количество тех продуктов, которые вы возьмете в FM и будете использовать, потому что, когда вы используете наши продукты, то частота уборок уменьшается, чистота сама сохраняется, ароматом красивым наполняется дом, поэтому, конечно, что цена соответствует тому качеству, которое мы даем в формате данных продуктов. Плюс красивый стильный дизайн упаковок, удобные дозаторы, распылители и, конечно же, фишка, ароматная фишка нашей компании сохраняется и в этом сегменте, потому что мы начинали с духов, и наши товары для дома пахнут красивыми ароматами. Есть в нашем сегменте товаров для дома тоже две линии. Это серия Smart and Clean, действительно смарт-помощник для чистоты в доме. У нас есть продукты для ванны, для туалета, для кухни, для стирки, для уборки, универсальные поверхности, универсальные продукты, экстерьер, интерьер, в том числе для автомобилей. У нас есть ароматизированные продукты, то есть продукты для каждого уголка в доме, представлены в серии Smart and Clean. Есть в нашем ассортименте продуктов для дома еще одна такая линейка, ароматизированные продукты для дома, серия Pure Home. Это наша ароматная фишка для дома. Здесь точно так же сохранены композиции ароматов, ваших любимых ароматов, наших красивых, шикарных духов, которые наполняют этими ароматами и наш дом. Ароматы пурпур, рояль, даже ютик в последнее время появились у нас ароматные свечи. Это то, что шикарно и красиво дополняет наш дом. Так, смотрю. Так, вопросы посмотрим, нет ли у вас здесь. Так, окей. Кофе и чай, серия Ауриль, сразу оговорка, что для всех стран доступна кофе, чай, Ауриль, для России пока кофе только растворимый, мы об этом говорили. Каждый из нас любит чай и кофе, это неоспоримый факт, поэтому мы не могли упустить эту часть наших клиентов. Да, и себя тоже нужно порадовать, потому что с кофе, с чая начинается наше утро, оно, наш день с ним дальше идет, и чаем, у кого-то даже кофе заканчивает этот день. Поэтому, конечно, мы ввели в ассортимент и чай, и кофе. Это самый качественный и вкусный кофе, у нас очень интересный ассортимент кофе.
натуральный кофе в виде зернового кофе, молотого кофе, даже есть натуральный кофе в капсулах для кофемашин, растворимый кофе, этот кофе Crema Intensa доступный и для бизнес-партнеров из России, и зеленый кофе для, как экотренд такой, как для любителей, ценителей именно этого вкусового напитка. У нас есть ароматизированный кофе натуральный, у нас есть натуральный функциональный кофе. Для создания кофе мы использовали бленды лучших сортов арабики и робусты, и 99% это средняя обжарка. Также в ассортименте у нас есть и вкусный чай, ароматный чай, это листовой чай элитных сортов, которые добавлены сюда вкусовые наполнители, лепестки цветов, ягоды, другие компоненты, где выращивается чай, который мы используем для производства своего чая в провинции Китая и Шри-Ланки. Здесь, именно здесь произрастают самые качественные чайные листья. Но, опять же, повторяю, что вот этот сегмент, он представлен в полной мере Литва, Латвия, Украина, Молдова. Россия – это только растворимый кофе. Ну и, к сожалению, пока нет в ассортименте наших бизнес-партнеров в России диетических добавок Nutricode. Я верю в то, что в ближайшее время они тоже смогут насладиться, и вы сможете насладиться нашими шикарнейшими продуктами для здоровья, ведь здоровье – это самая большая наша ценность, да, самая главная ценность. И, конечно, мы не могли омянуть вот этот важный момент потребности нашего организма в оздоровлении. Поэтому разработали и ввели в наш ассортимент, это самая-самая новая линейка, самый новый сегмент нашей диетической добавки Nutricode. Что такое Nutricode? Это сбалансированные комплексы нутриентов, которые важны для нормального функционирования нашего организма. Если будет какой-то дефицит, либо наоборот переизбыток, то, конечно, это не даст нам никакой пользы. Нужно, чтобы это был оптимум. Именно оптимальные концентрации мы использовали для производства наших диетических добавок. Nutricode – это эффективные системы, которые работают 24 часа в сутки. Это наше здоровье, наша красота, наша молодость, как я лично называю наши диетические добавки Nutricode – капсула. Капсула вечной молодости и здоровья, потому что это действительно так. Nutricode представлены питьевыми формами, капсулами и вкусными конфетками. То есть у нас есть совершенно разные по форме производства продукты. Для чего наши Nutricode можно использовать? В первую очередь, это оздоровление опорно-двигательного аппарата, поддержка иммунитета, сердце-сосуды, мужское и женское здоровье, микрофлора кишечника, детокс, очистка организма, красота, молодость кожи. И этот перечень можно перечислять и увеличивать намного больше. Наши диетические добавки подходят для взрослых и детей. И сразу скажу, наперед забегая, что на основе наших диетических добавок разработана система для снижения контроля веса, на которую называется FIT6. Но о ней мы тоже попозже поговорим. Так, я вижу, мне здесь... Так, сразу один и тот же вопрос у всех, друзья. Давайте мы с вами договоримся. Я не представитель отдела внедрения продуктов в продаже, и поэтому вопрос, когда и что появится в России, это вопрос не по адресу и не ко мне. Я уверена, что в ближайшем будущем продукты, о которых мы с вами говорим, актуальны для других стран, будут появляться и в ассортименте России. Я вам этого искренне желаю. Но вот вопрос, когда это появится в России, давайте мы просто будем упускать, потому что, ну, я не владею этой информацией. Значит, по поводу стандартов хочу сказать, это очень важный момент, который интересует бизнес-партнеры вообще во всем мире, в том числе и нас с вами, да? Наша продукция изготавливается в Европейском Союзе, и, соответственно, стандарты, которые мы используем, это международные стандарты качества, они называются ISO. Для каждого продукта, для каждого завода это совершенно разные стандарты, и это нужно понимать.
Каждый сегмент производится на лучших в этом сегменте заводах-производителях по всей Европе. Поэтому следующий вопрос, который вы мне сейчас все будете дружно писать, а где производится вот этот продукт, я вам сразу скажу. Во-первых, это такое клише, стереотипное понятие, рассказывать и делать преимущества вашего ассортимента, ваших продуктов, наших продуктов, как завод-производитель. На самом деле этот мир, вообще все известные бренды производят на лучших заводах, по лучшим стандартам. Но никто об этом не рассказывает, где это производится, как это производится, потому что в этом нет никакого смысла. Поэтому давайте не как наши конкуренты некоторые не будем манипулировать этим понятием. Это совершенно далеко от действительности. Наши заводы самые лучшие, это европейские заводы, значит, в Европе используются самые лучшие контрольные стандарты и стандарты качества. Концентрат духов, об этом я могу сказать, это важно. Концентрат духов разрабатывается, производится одним из крупных производителей ароматов в мире, концерном Drom, после чего концентрат направляется в Польшу на завод Perfan, тоже наш очень важный стратегический партнер. Поэтому это два момента, которые самые важные. Остальные продукты в зависимости уже от сегментации их и от возможностей производственных, мощностей, стандартов, которые требуются этих продуктов, это совершенно разные заводы. Подведем итог по нашим брендам. Бренды компании FMWorld, я хочу, чтобы они вам стали знакомы и узнаваемы. Это бренд Federico Mochora Makeup, это бренд Fontanelli, бренд Alaia, бренд Utique, бренд Nutricode, бренд Auril, бренд Pure Home Smart and Clean, бренд Hair Lab, бренд Federico Mochora Parfums. Это самые-самые основные бренды, которые являются нашей интеллектуальной и маркетинговой собственностью, скажем так. Где можно узнать больше о наших продуктах? Это тоже очень важный вопрос, который вы часто задаете, задают наши бизнес-партнеры, даже которые работают уже достаточное время в компании. Давайте мы сразу откроем все эти каналы коммуникации, чтобы вы могли по максимуму знакомиться с нашим продуктом. Первый и самый главный канал коммуникации – это сайт. Приучитесь сами и приучайте впоследствии своих бизнес-партнеров знакомиться с продуктом на сайте. Я выписала сайты всех стран, которые сегодня присутствуют на нашем вебинаре. Если о ком-то не знала, простите, но, насколько мне известно, это Украина, Россия, Литва, Латвия, Молдова. Молдова на украинский сайт может заходить, то есть мы можем ходить друг к другу в гости на сайты, да, в разделе «Продукты», «Наша продукция», как называется этот раздел, главное слово «продукция». Научитесь и сюда заглядывать периодически. Здесь вы можете узнать об активных составляющих каждого продукта, о способе использования, о фишках продукта. Вы можете с нашего сайта закачать интересные фолдеры, брошюры, другие инструменты для работы с продуктом. Есть у нас еще раздел «Материалы». Вот там тоже очень много интересной информации находится. Дальше. Следующий канал, конечно же, самый главный, наверное, и самый долгожданный. Всегда мы с нетерпением ждем каталога нового. Два раза в год мы обновляем каталог продуктов. Теперь это будет электронная версия, каталог Presenter. И вот в этом месяце должно произойти это чудесное действие, презентация новых продуктов и нового каталога. Это больше 100 страниц очень красивых, ярких, красиво оформленных, с роскошными образом и важной информацией. Вы можете первыми узнать, следите за тем, чтобы не пропустить это событие, мы всегда о нем сообщаем, вы первыми узнаете, какие продукты, какие фишки, какие тренды сезона, и, конечно же, первыми можете их продегустировать. К сожалению, в современном мире больше жизни в онлайне мы отошли немножко от формата таких живых дегустаций, но я уверена, что вы будете успевать заказывать наши новинки, сами будете организовывать в ближайшее время эти презентации, но когда мы станем более свободными, мы, конечно же, вернемся к формату таких массовых презентаций, массовых дегустаций, живых дегустаций, и все мы этого ждем с нетерпением.
Вебинары по продукту, еще один канал знакомства с нашим продуктом, каждый вторник и четверг в 19:00 по киевскому времени на базе Zoom, так как сегодня у нас с вами проходит бесплатное обучение, что очень важно, пользуйтесь этим средством, этим инструментом по продуктам, или тематические продуктовые обучения, это каждый раз по-разному, когда это конкретный продукт, когда это какая-то линейка, достаточно часто это тематическое обучение. Вы получаете готовую запись вебинара и готовую презентацию, которую мы вот уже совсем скоро в полном объеме выложим на сайт официальный. Пока что есть неофициальный канал, который мы сделали для Украины, тоже можно пока им пользоваться. Коротко о самом-самом главном, вы можете, конечно, обучиться в нашей школе для новичков. Я надеюсь, вам понравился данный формат, потому что вот совсем скоро у нас уже будет второй с вами урок, через недельку мы с вами встретимся на уроке номер 2, который будет называться «Духи. Визитная карточка FMWorld». И еще одно очень большое преимущество для всех вас. В среду и в четверг с 13 до 19:00 у вас есть право на неограниченное количество звонков лично мне за консультацией по продукту. Если вы из другой страны, можете мне звонить на WhatsApp, Viber или на другие мессенджеры, которые только я могла найти, чтобы облегчить вашу жизнь. Или же пишите на почту product@fmworld.com в любое удобное время. С почтой отвечаю в течение 3 рабочих дней. Поэтому всеми каналами можете пользоваться совершенно бесплатно и с удовольствием. Теперь я видела, у вас были вопросы, значит, по поводу кофе, других продуктов, примерных дат я называть не буду. Про чаи, про все остальное мы просто не сможем говорить, потому что я не владею этой информацией. Страны, где производятся продукты FMWorld, продукты FMWorld производятся по всей Европе. Есть, к примеру, линейка, которая может производиться на одном заводе, вторая линейка на другом заводе, там бытовая химия половину здесь, половину где-то на другом заводе. Поэтому перечень вам этих стран, ну, нет никакого смысла называть. Они все идут под флагом Евросоюза. И для России вы знаете, что сейчас запустилась система «Честный знак», которую мы тоже стараемся максимально маркировать продукты и давать вам уже по системе, по российской системе сертификации вот эти продукты. Так, вот комментируют, что коллега работала на заводе в Польше на нашем, стандарты высокие, спасибо вам за обратную связь. Так, окей. Угу. Так, на какой номер мне звонить? Да, извините, друзья, самое главное, видно, я не указала. Запишите, пожалуйста, мой номер телефона, сейчас исправлюсь. Значит, украинский код, да, 067-67-47-357, это номер, на который вы можете звонить. Если вы найдете в Телеграме неофициальный канал, как я это называю, украинский, называется FM, школа новичка по продукту, я там тоже сейчас этот номер заброшу. И школа новичка по продукту в Телеграм-канале, я туда буду выкладывать все записи наших уроков со школы новичка. У нас еще есть канал другой в Телеграме, куда я вас приглашаю за поиском другой важной информации по продукту, за записями вебинара, за презентациями, за фолдерами. Называется FM английскими буквами, путеводитель по продукции. Тоже можете подключаться к этому Телеграм-каналу. То есть действуют два Телеграм-канала. Один для школы новичка, другой общий, обучающий по всей продукции. Да, спасибо, Олесь, за ваше замечание. Учту и справлюсь. Санита, экологичны ли продукты? Какие продукты, Санита, вы имеете в виду? Если бытовая химия, она для того, чтобы утверждать, что они экологичны,
должна быть маркировка определенная экологичная. На нашем бытовой химии такой маркировки нет, потому что должна быть соответствующая сертификация. Другие продукты, ну, экологичные или нет, ну, такого понятия я... БАДы, и так понятно, что экологичные, духи, я тоже думаю, экологию мы не нарушаем, и так далее. То есть для того, чтобы дать ответ на этот вопрос, вы можете ее дать сами. Ищите знаки сертификации ЭКО на упаковке. Так, могу еще раз я продиктовать, да, кто-то меня спрашивает. 067-67-47-357. Наталья Лазаренко, сброшу сейчас ссылочку в Viber. Ну, вы можете сами найти это в Telegram-канале. Так, и почту сейчас, показываю почту. Сейчас, друзья, почту верну вам. Ой, вернулась, да? Окей, сейчас, кто почтой интересуется? Я почему-то свой номер всегда теряю. Вот, пожалуйста, почта. Так, если у вас еще вопросы, друзья, ну, я обещанные полчаса уложилась, так что это обещание я выполнила. Сейчас выполню и другие обещания и выложу всю информацию в телеграм-каналы и в другие каналы, которые доступны для вас. Так, вопросов, я так понимаю, больше нет. Окей. Что ж, друзья, тогда до скорых встреч. Приглашаю сразу всех вас на вебинар во вторник. Речь пойдет о нутрикодах. Очень интересная тема у нас будет. Slim Body, Slim Extreme. Будем говорить о том, как контролировать аппетит. Ну и на следующей неделе у нас еще есть один вебинар обучающий. И еще есть школа новичка, урок номер 2. Поэтому целая неделя будет интересна и насыщенная. Хороших вам и продуктивных выходных. Хорошо отдохните, хорошо поработайте, кто что запланировал. Хорошего вам вечера и до скорых встреч. Почта вот у меня на экране.